Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я буду опять играть, точнее нет, не играть. Сегодня вы, как, наверное, прочитали уже по названию видеоролика, сегодня я буду рассказывать мои секреты на канале Нубас. Конечно, я не все секреты расскажу моего канала, но, почти все. Так, камера у меня глючит, и это первый мой секрет моих видеороликов. Это глюченная камера. Итак, давайте сейчас поговорим об этом, как вообще это все сейчас работает. Итак, вообще, магия в том, вот этих всех моих приколов, вот самый главный прикол, это прикол с закрытым лицом, и где я играю без рук. То есть я руками не играю на клавиатуре. Почему? Я вам сейчас все объясню. В общем, как вообще это все получилось? В общем, чтобы играть вот так, то есть я не играл без рук, это было видно, то, что я вот так убираю руки, игра продолжается. Как это получилось? Сейчас я вам все объясню. Вообще магия в том, то, что вообще магии никакой нету. Может кто-то думал, что это магия. Может кто-то думал, что это не я играю, но... Секрет в том, что эта игра... я играл в эту игру, но было глюк с камеры. Она немного опаздывала и показывала не то, что надо. И еще один секрет, вот это то, что я играл. Секрет был в том, этого видеоролика, то, что без рук я играл. Вообще, очень как-то... Все-таки это запоздание как-то неправильно. Самый главный секрет, это я записывал вот это все видео, когда я сделал с веб-камерой совсем, я еще монтировал это видео. И там еще что-то сделалось такое, что изменились все настройки моего видео, которое я делал. И получилось так, что, получилось так, то, что у меня переключил так, что когда я убираю руки, на экране игра все равно продолжает играть. Дальше, еще один был такой прикол на моем канале, когда я выложил видео Escape from Tarkov, но там был Counter Wars. Секрет в том, то что, я просто зазывал людей, можно так сказать. В общем, я зазывал людей и... Вот как-то так. Только и всего. То, что я делал, это зазывание людей, чтобы люди посмотрели мой канал, подписались и ждали нового видеоролика. Может кто-то не понял об этом. Ладно. Так, вот камера даже сейчас глючит в этой программе, и все время глючило в этой камере. Поэтому, вот как-то так. И еще один прикол, который, я бы не назвал это приколом, но все равно это прикол. Как я вообще играю в Counter-Strike? Кто-то говорит, что я все-таки играю с читами, кто-то говорит то, что это не я играю, а кто-то вообще говорит то, что, вообще, какую-то хрень говорит, короче. В общем, дело в том, то, что я играю без читов, без этих всяких штук. Я, когда говорю видео без монтажа, оно реально без монтажа. Но просто так, получается, что я тащу в каких-то раундах. Но вообще, монтаж есть. Я там моменты какие-то удаляю, и получается, что... То есть я оставляю те раунды только, которые реально я тащил в раундах. Вот и все. То есть я просто раунд, там, где я тащил, оставляю, а то, что, например, в другом раунде я уже проиграл, то я этот раунд удаляю в монтаже. Но сам раунд я не монтирую, как другие ютуберы там... А вот в Counter-Strike там, например, убирают... то есть, делают убийство, только убийство свои показы. Они не показывают раунды, как начинается раунд, как он заканчивается. Они просто показывают, как они убивают. Таких ютуберов в Counter-Strike дофига, и они все так делают. Но я делаю по-другому. Я говорю, я снимаю целый раунд, как он начинается, как он заканчивается... Вообще, еще один секрет, вот, наверное, последний я вам расскажу, вот этот пятый секрет. Пятый секрет в том, то, что кто-то говорит, что я играю с ботами.
На самом деле нет. Я играл с ботами, вот я вам сейчас так говорю, играл я с ботами только год назад, когда только открылся канал и выходили только видео про то, как... Ну, короче, когда только начинался мой канал, тогда я только начинал вот это все делать. Но до этого, точнее, ну, это был мой первый канал, короче, я решил раскрутиться и снял это все с ботами. В CS 1.6 это было. Но когда я уже купил CS GO, игра стала в CS Source, стала игра в CS 1.6, я играл уже без ботов. Там даже в никах можно посмотреть, что... ой. Ну, короче, там. Или, я не знаю, я это не буду монтировать, пофиг. В общем, как-то так я это все делал. Но вообще, как можно определить ботов? Боты я делаю сам. Своих ботов. Боты мои были, это, ну, контртеррорист или просто, ну, я не знаю, какие-то такие ники. Я в первой игре делал. Но потом я вот это вот все убрал. И я стал снимать реально, ну, не крутые, кому там они не нравятся, ну ладно. В общем, я стал снимать видео, которые, ну, вот такие, какие есть, реальные, то есть с реальными людьми. Ну вот, еще один секрет, который вот последний секрет, это шестой секрет, это бонусный секрет для вас. Я расскажу, как вообще, вообще я играю. Почему не видно в CS ни чата, ни вообще моих хп. Все дело в том, что есть консольная команда, которая убирает все, в общем... Все вообще убирает. И чат, и все. То есть спокойно вот так можно снимать. Так, наверное, каждый ютубер знает этот код. Ну, если вы не знаете, я вам напишу. В описании, короче, под видео будут все консольные команды, которые я использую в CS. Вообще в CS. Понятно? Так, ладно. Я не знаю, что сейчас получится из этого видеоролика. Это не стрим. Ребят, вы не смотрите то, что это не стрим. Это реально крутой видос. Вот этот я сейчас снял. Все секреты от Нубаса. Да, я здесь не монтировал, ничего такого красивого не делал. Если только поставлю N-ку. Вот тут вот. Где-то вот тут. Нет, он... Ну, короче, вот там. Я подставлю N-ку. Свою Нубас. И там я всегда это делаю. Ну а с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.